Сегодня отмечают Международный день инвалидов или День людей с ограниченными возможностями. Дата была учреждена в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН с целью привлечения внимания к проблемам инвалидов. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается порядка 1 миллиарда человек, которые имеют ту или иную форму инвалидности. Это 15% населения Земли. В России, по подсчетам Росстата, живут более 11 миллионов людей с ограниченными возможностями. Из них более 700 тысяч — это дети-инвалиды. Инвалидами признают тех, у кого обнаружено нарушение одной или нескольких функций организма, которые ограничивают их возможности. Это могут быть врожденные или приобретенные физические недостатки, нарушения слуха, зрения, психические и хронические заболевания. В День инвалидов во всем мире проводят выставки, семинары, конференции и фестивали. Почти в каждом городе России тоже запланированы различные познавательные и развлекательные мероприятия. Например, Паралимпийский комитет проводит онлайн-урок и викторину для детей-инвалидов. Победители получат ценные призы. Занятия проходят на странице комитета ВКонтакте, а викторина — на сайте проекта. В Москве на ВДНХ проходят бесплатные уроки для детей-инвалидов дошкольного и младшего школьного возраста, а также экскурсии для людей с нарушением слуха и маломобильных граждан. Для участия необходимо зарегистрироваться на сайте ВДНХ.